интереснее разными путями ходить. Я тоже так люблю. Хотя вечно заблужусь где-нибудь в трех соснах. Даже из Google Map. Нам нужно перейти дорогу, да? Или? На мне руку. Нет, я не хочу идти где Эллен, я хочу идти в парк, покачаться на качелях. Ладно. Я люблю качаться на качелях. Мне не очень нравится гулять, говорю правду. Ну, Федя, ты сегодня практически никуда не ходил, со мной ты можешь прогуляться, тем более я сегодня никуда я не боюсь ходила. Заблудиться. Я сегодня ходил. Ну, а я не ходила. Я все по хозяйству хлопотала сегодня целый день. Все по хозяйству. Я хочу покачаться на качелях. Ну, какая красота, Фиде. Столько заброшенных домов. Купе не хочу. 10 тысяч, 20, 30 тысяч евро. Такой вид. Море рядом, горы рядом. Все уезжают. Какие-нибудь вонючие Миланы. Да, перейдем сразу же дорогу. Не собирай грязь, сберил. Почему она мне должна нравиться? Парковка, парковка, бетонная площадка. Что в ней особенно? Не знаю. Мне сейчас хочется плавать. Какого августа голоса говорили? Ну, когда мы просто ехали из Силы, там на такой большой-большой стене нарисованы персонажи Звездных войн. Так круто! Я хотела сделать на этой фоне этой стены фотографию. Мама, это не Звездные войны. Нет, это были Звездные войны, именно персонаж Звездных войн. А где был Вейдер? Я не помню, был ли там, по-моему, там были только светлые силы. Йода, Хан Соло, Энакин. Ну, не Энакин, а как его там, Люк, Люк Скайуокер. Потом принцесса Лея, как ее зовут? Господи, не помню, зовут. Лейла. 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 По-итальянски как ее зовут? Лейла или Лейла можно называть. Смотри, какой вид. Да, идем с пятачком. Большой-большой секрет. Не расскажем. Ну перестань, ну что ты все время так реагируешь, когда вспоминаю всякие эти песенки, стишки детские. Ты такой прям большой, что мне нельзя теперь их уже рассказывать. Ну, такого-то мне не нравится вспоминать. Когда про себя и под нос. Не вслух. А я себе и так под нос. Мне вслух нравится. Такие прикольные дома, вот так бы привести их
порядок. Все рушится. Все пустое, все рушится. Я буду сейчас набирать. Такой бы был городок крутой вообще. Ничуть не хуже Лигурии какой-нибудь. Лучше песню спой нормально. Ладно. И не бей, не бей кота по пузу. Спой вот это. Ну спой вот эту-то. И мокрым полотенцем не моги. А ты не бей кота по пузу. Кота по пузу. Кота по пузу. Ты не бей кота по пузу. И мокрым полотенцем не моги. Все. Вот качели, куда мы идем. Где я сейчас буду качаться на качелях? Я обожаю качаться на качелях. Все. Конец связи.